Есть такой ассирийский историк Зенон Глаг, который еще до начала вашей истории, российской истории, написал книгу «История Тарона», где написал, что три брата, а Зенон Глаг – это пятый век, три брата из Армении поехали и на территории нынешнего города Киева построили город. То есть вы еще вашу историю хорошо не знаете. Если для вас Киев построили где-то на рубеже 900 года, а в истории Армении зафиксировано, что Киев армяне построили в 6 веке, то есть 5-6 век, 300 лет до того, как узнали, что был такой город Киев. Об этом надо знать, читать. Походите по Кремлю. Там есть собор Василия Блаженного. Читайте, что там написано. Собор армянский. Может, вам ясно будет, что значит спасти христианское население Армении или армян. У вас нет проблем с Турцией. А что вы думаете, у нас есть проблемы с Турцией? У нас никаких проблем нет с Турцией. Турция наш сосед. И с Азербайджаном тоже у нас нет проблем. Проблемы создали вы. Надо понять это. Вы отдали Сурмалу и Карс. Вы отдали Нахичевань. Вы отдали Джавахк. Вы отдали Арцах. Неужели это так трудно понять? Мы что от вас хотим? И что вы от нас хотите? Как государство. Мы хотим нормально сосуществовать и жить. Плюс к этому, мы хотим, чтобы Восточная Армения, это Арцах, это Нахичевань, это Карс-Сурмалу, это Джавахк, опять вернулись в состав Армении. Вот что мы хотим. И наша задача не оставить эти территории ни грузинам, ни азербайджанцам. Это наши исконные территории, и мы должны их обратно собирать. И, конечно, соберем. И вы нам поможете. Потому что это Восточная Армения. А Восточная Армения – это часть Российской империи. А Российская империя – это наша с вами империя. А когда мы возьмем то, что положено, тогда мы подумаем, что делать или что не делать. Как с нашими соседями пообщаться по двору и как общаться с вами не с государством российским, а с вами. Вещи очень разные. И могу очень откровенно сказать, нам некуда, это наша лодка. Мы здесь жили, здесь выросли. У нас есть здесь определенные задачи, что мы должны исполнять. А все остальное это на далекое будущее. Посмотрим. Но наша задача сейчас не разрушить Армению, а наоборот усилить Армению. И у нас в этом плане очень схожие цели с Россией.